Я просто не знаю, у меня нет мотивации играть сейчас в CS, потому что завтра обнуление рейтинга, я хочу подойти к этому ответственно, вот и все. Типа толку, вот я сейчас играю, толку вообще, толку, просто ради галочки. Ну типа я сейчас просто подрублю Skyrim, поиграю до вечера, лягу спать, проснусь и подрублю ближе к вечеру стрим с обнуленным ПТСом и пойдем типа в топ-1. Это, по-моему, самый правильный ход. Типа я не знаю, ради чего я сейчас играю, вот ради чего. Как бы 15 тысяч я уже объективно не успею, все, ну я не успею типа 15 тысяч. Будем считать, что рекорд этого сезона 14 тысяч. 14 436. Ну, в принципе, что-то там топ-20 или топ-15 сервера, это, в принципе, неплохо. Ну, при условии того, что там большинство в топе абузеры ебаные. Кстати, знаете, что, челики, блядь? Дошла информация, что, ну, не буду говорить конкретных имен. Короче, некоторые люди, что сделали? Некоторые люди не попадали на турнир, и у них было 14 тысяч рейтинга. Что они сделали? Вот вы просто подумайте, это честно вообще? Как вот вообще относитесь к этому? Значит, у них было 14 тысяч рейтинга. Они поняли, что они тоже не успевают, чтобы взять 15 тысяч, чтобы попасть на турик. И значит, что сделали? Мне рассказывал чел. Значит, наняли челов, у которых по 2-4 ММР. Либо наняли, либо нашли, либо создали свои аккаунты, неважно. Играли в лобби. Играли в лобби в 4 человека. В 4 человека. И вот эти три чела играли на одного тому, кому нужен был рейтинг. И по итогу челики взяли за 1-2 дня по 1000 ПТСов. И залетели в топ-8 сервака. Вот просто подумайте. Я, блядь, когда это узнал, я, ебать, так орнул с этого, но... Самокат... Да, блядь, я не знаю, какой-то, типа... Какая-то лютая душниловка в донатах просто, типа, вот ни за что. Вообще, блядь, сижу дома, нахуй. Сижу дома, мне, блядь, угрожают в донатах, и какая-то хуйня еще происходит, типа, ну, челы, блядь, держите в курсе. Типа, идут угрозы в донатах, идут оскорбления, идут унижения, чё я сделал вообще? Я, блядь, в игры играю, дурачки, блядь. Блядь, слышите, из-за открытого холодильника мне пиздец холодно, я не могу, типа, не в кости теперь сидеть. Нужны жировики на закрыть холодильник. Серьезно, блядь, холодно, от него дует. Пираты, мурлоки, механизм, драконы, демоны, звери, нету дим. Бля, ну у меня нет выбора, типа, не брать рандом. А, ну у чела токены, понятно. Ну я не могу, типа, мне нужно брать точно его в дупле, точно делать рерол и точно его не ставить. По той причине, что... Ну. Хотя, с другой стороны, можно и поставить, чтобы не проиграть, потом сделать просто лавала прерол, правильно? Наверное, да, это будет прикольно. Хотя тогда мы не теряем монетку. Не знаю, короче, я бы не ставил бы, я бы не ставил. Не буду ставить, нет, не буду ставить, не ставлю. Где-то ставить не буду. Да, блядь, да, я сбавляю оборот. Кстати, красиво стоит. Понятно. Все равно мог бы быть луз, поэтому нормально сделал. Чуваки, патча сегодня не будет, обнуление ПТСа будет завтра в 20:00. Обнуление ПТС в 20:00, да. Сегодня близы написали. Я думал, что сегодня я бы до 6 часов постримил, а потом перезапустил бы, но... Не повезло, блядь. Но не повезло. Кажется, ты идешь к победе. Только не везите-ка. Понял, проебал. Это уже лучше, скорее всего. Хотя, конечно, от баблов зависит, но на халяву карту не забрали. Бабл говно. Пиздец. Серьезно? Даже с первым ударом гитика норм был бы, если бабл 2-2 проснул. Мурлоки 6 с одним дуплетом. Точно левелап? Не знаю, бомбочку есть смысл брать? Наверное, да, просто в 7 карт сыграть. Нам на рано очень важен даплет. Все, что нужно понимать. Саня, тебя забанили в чате, ты пишешь мне в ЛС на стриме или что? Сейчас тебя, блядь, тоже тут забаним. 9-1 на победу. Главное не проиграть. Стол слабый, хорошая тычка. Этот бабл, пиздец, руинит. Oh.
Ни одного файта еще не выиграл, к слову, кроме Зеры. Возвращение. Как оно там? Все в порядке? Ну, думаю, что реролим надо две карты заменить. У нас все плохо. О, какой арт. Баблер-репликатор, это интересно. Наверное, даже делаем баблера, репликатора сюда и бабушку еще сверху берем. И дуплета собираем, пытаемся собрать. Хотя, с другой стороны, можно сделать... можно сделать баблера, репликатора, наверное, это будет сильнее даже. Наверное, даже да. И бабушку просто взять. Ой, бля. Вспоминает. У тебя холодильник рипнется, если ты его открытым будешь держать. Че, реально, что ли? У тебя все отлично складывается. Так, ну, бля, чат, ХЗМ. Не знаю, ну не знаю. Не знаю. Актер. Бля, знаете, какая идея есть? Выйти в шестерку. Пугу или не пугу? Какую пятерку, бля, сейчас мать найдем, разъебем просто эту лобби сраная. Бомжей. Хе-хей! Какая жалость, блядь. Повезло. Ебать, ну слушай. Спасибо, что пропустил донат на Минскусте. Посмотри прошлое и поставь еще один трав. Ссылка удалена. Сейчас поставлю, сори. Сейчас поставлю. Точно, да. Это, наверное, не трогаем. Просто ищем фулл бестов. Окей. Окей. Триптих сейвим, чини сейвим. Вообще, можем еще одного беста найти и все это продать на котика. Блин, очень хотелось бы, на самом деле, вот этот дуплет собрать. Вообще было бы сок. Давайте сделаем еще один рерол. Может быть, дадут. От таких надо избавляться. Вот тебе золото. Точно, да. Ну, наверное... Ну, вообще, возможно, это даже гиена, а бабушку оставить. Странно, так-то мы и так должны выиграть. Можно просто бабушку поменять с бабушкой, а это попробовать оставить на дуплет. Еще один ход. У нас на следующий ход будет два рерола лишних. Я думаю, что да. Хочется дуплет с бабушек собрать. Ну, короче, мы делаем рерол. Рысу дали с гиены. Окей, на следующий ход меняем баблерш. Окей. Здарова, Макатич. Когда скажешь? Здорово. Я сегодня хотел врубить, но я думал, что сегодня сброс ПТСов, а сброс ПТСов не будет, поэтому... Поэтому сегодня Скайрима не будет. Звук задержки, сейчас пофикшу всех. Не могу. Не могу следить. А как тут 0-1 на вылет вообще может быть? Это что за прикол? Как 0-1 на вылет с его стороны может быть, вообще не понимаю. Здесь какая-то. И Зера топ-8, какая жалость. Ты нормальный парень, Владен. Просто нах и кратко, ты оскорбляешь и унижаешь людей. Не знаю. Я унижаю, оскорбляю, блядь. Обязательно в 3D игре, просто разделяй реал игру, если отвечаешь. В смысле, а в смысле, где я оскорбляю? Ко мне приходит какой-то ебаный бомж, блядь, обоссанный, который, блядь, мы снова выиграли. Ко мне приходит какой-то еблан, который, типа, начинает меня оскорблять и что-то мне там предъявлять. Что, я должен молчать, что ли, или что? По факту высказал за него, и все. Хотят больше и мне больше. Так-то похуй на него. Потом суюсь и сюда. Я проиграл БТВ, блядь. А нет, это ничейное минимум. Чел какой-то вообще не просто рандомный приходит, высырает какую-то хуйню в донатах. А что, я должен, типа, про него ничего не говорить или что? Ну так-то я всегда молчу, просто по факту сказал, сейчас буду молчать. То я больше нечего сказать. Ты немного не прав.
Как бы мне в любом случае на него поебать, просто... Почему я должен ничего не говорить про него? Ой. Я думаю, что сначала делаем рерол, потому что еще одну мать можем найти. Таунбабл, интересно. Специально, да, может быть, слияние. Всегда, да? 6 карт играем просто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Без спрутов и яд! Идеально, просто идеально. Просто идеально. Блять, на самом деле, очень круто будет на следующий ход сделать левела, продать его, сделать таунбабл, сделать гену и в 7 карт играть. Потому что если мы продадим его сейчас и пропустим одну голду и сделаем таунбабл, да, мы будем супер сильные и, скорее всего, выиграем раунд. Мы просто и так, скорее всего, выиграем раунд, а так мы выйдем в шестерку, в 7 карт и таунбаблом ядом. Вот в чем суть. Поэтому, скорее всего, оставляем так. Так. Поэтому, короче, просто чел пришел, я не знаю, либо, блядь, отобрал карточку мамину, блядь, банковскую, либо просто, блядь, недоволен тем, что 100% победа. Вроде, да. Вроде вылетел. Перед скрытием крысы, блядь, маму убил. Блядь. Даунт яд, блядь. Минус гидра сильная. Ну, крысы повскрываются, выиграем. Хотя у нас гена так, что это норм. Гена уже от этого чела не умирает, а этого, по идее, должна пробить. В идеале, прям сейчас гену удар. Теперь не надо в гену. Окей. Хорошо, блядь. По идее, выкинули ее даже, нет? Если мамку не убьет, выкинем. Надо, чтобы в гену попал. Только не в мать, только не в мать. Хорошо. 2-1 трем. Сука, блядь. Возвращение. Звери 3. Все в порядке? Хотя у меня теперь вопрос, как выиграть. Посмотрим, как выиграть эту хуйню на мурлоках с ядами. Как волком реально. Блять, и тут яды ебаные, вы заебали. Блять, как будто знают, что у меня за карты, как будто в пати играют. Просто пиздец. У всех, блядь, расстановка идентичная, пиздец. Просто у всех идентичная. Вот и, блядь. Только не втяжателя. Жмурика дали. Крыса волкан? Говно. 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 Это говно. Это говно. Это говно. Не, это говно. Местного не нашел, типа, надо было, может быть, баблершу брать. Птичку промазал, да? Надо, чтобы его жирный стяжатель бился в яд, тогда я выиграю. В яд ударит, это вин. Вот прям сразу моментальной винностью он ударяет яд. Убей стяжателя, пожалуйста! Хорошо, блядь! Хорошо! Хорошо, блядь!
Ебать, на скеле затащил. Здорово, Букички лучший. Пока смотрел тебя, вылез из щиты к помойке, всем в помойку иду, вышел, удачи тебе и качественных завозов. Блять, что это было, блять? Я не должен вообще был никогда там побеждать, блять, чел, просто я туда рейд вылетаю. Так, спасибо большое, Ю. Хорошо, сейчас поставлю трек, спасибо. Сейчас поставлю. Сейчас будет пог. Верите сейчас, что сейчас будет пог или не верите? Смотрите. Держи. Эволюция. Русская картошка. Давай, не отставай. Ой. 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 Ну, как-то так получается. Да, на зверя, конечно, круто сыграли, да. Ha ha ha!